Вывеска и дизайн могут быть знакомыми, но если присмотреться, вместо «Бургер Кинг» вы обнаружите «Хангер Кинг». Это часть художественного проекта финского художника Яна Лейненена в столице Венгрии, Будапеште, куда он приехал, чтобы сказать свое слово в защиту бездомных. С прошлого года венгерское правительство запретило бездомным ночевать на улицах рядом с памятниками. Нарушителей ждет штраф и даже тюрьма. Мы живем на улицах, а Орбан далеко в парламенте. Впрочем, я не хочу политизировать. Любой, кто принял участие в арт-инсталляции, может выбрать очередь. Если очередь для бедных растянулась на километр, 21 тысяча посетителей, то на красной дорожке нет никого. Я пришел сюда, потому что у меня нет денег. Как бы то ни было, мне нравится эта идея. Сам автор прибыл к ресторану демонстративно на лимузине и сообщил, что выбрал Венгрию как пример растущей пропасти между бедными и богатыми. Я здесь не для того, чтобы показывать на кого-то пальцем конкретно. Речь не идет только о Венгрии. Я думаю, что это глобальная проблема. Просто, на мой взгляд, в Венгрии это наиболее очевидно. Я мог бы провести подобную акцию в Париже и в Хельсинки. Было бы то же самое. Первые 50 человек из бедной очереди получают коробку из-под гамбургера с суммой, эквивалентной 11 евро, минимальной заработной платой в день. Финского художника возмущает тот факт, что уличная очередь – это обычное явление у дорогих бутиков. Но бездомных в Венгрии могут выгнать с улиц и площадей только за то, что они бездомные.